Где же правда, люди? Ответ на этот вопрос ищет человечество на протяжении всего своего сознательного существования. Задавая его, Сергей Чумичев не ждал, что кто-то подскажет ему выход из сложившейся в его судьбе ситуации. Он хотел, чтобы каждый, кто услышит эту песню, задумался о своей жизни и о том, что происходит вокруг. Мелкими блесками медленно падает снег. Немного приятное сердцу зимы представление. Я долго в зиме, я холодной души человек. За это судьбе приношу я свои поздравления. Много ли, мало ли лет у меня за спиной? Черные дни на весах пересбиты отсчета. И сколько еще впереди мне за этой стеной? Пока не придет этот год, я не знаю ответа. Ветер в свист заводит провода, рвет собачьи цепи на запретке. Где же правда, люди, где она? За чужой запертому в клетке. Тень облаков накрывает бессонный барак. Пары закон переполненных сверхом отряда. Вровень консервам 2000 сжатых в кулак. 2000 годами отточенных волчьих оскалов. Годы сливаются мимо, идут через край. А мне бы домой на денек, так желанной невесте. Для меня, наверное, это рай. Быть с любимой на свободе вместе. Ветер в свист заводит провода, рвет собачьи цепи на запретке. Где же правда, люди, где она? За чужое запертому в клетке. Ветер в свист заводит провода, рвет собачьи цепи на запретке. Где же правда, люди, где она? За чужое запертому в клетке.